Ну, если там, да, вот звукоусиление и что-то уже делается, ну, должны, да, оповестить за 2 недели установленным законом срок уже. Вот, опять же, это носит уведомительный характер, не разрешительный, а уведомительный. То есть инициативная группа граждан уведомляет о том, что собирается провести какое-то мероприятие. Если по каким-то причинам власти полагают, что данное мероприятие невозможно в данном месте, ну, к примеру, невозможно обеспечить безопасность участников, либо не позволяет метраж данной площади для сбора такого количества народу, они должны предложить по закону 3 альтернативных места для проведения данного мероприятия, которое находится, ну, если это Москва, в этом же округе, и, ну, приблизительно с теми же характеристиками. То есть, ну, там может быть что-то там по метражу исправленное. То есть закон это у нас хорошее. И конституция у нас, в общем-то, такая, по-моему, свободная. Но все это упраздняется всякими мелкими подзаконными актами. Что они дофига там понапринимали всяких нюансов. Например, вот вести агитацию на мероприятие граждане по закону имеют право с момента подачи уведомления на митинг. То есть они вот подали уведомление, им штампик поставили о принятии, и с этого момента они могут вести агитацию на вот это место. То есть фактически получается, что власти уже, ну как они могут не разрешить, если мы уже граждан агитируем куда-то, да, если мы по закону можем вести агитацию с момента подачи. Вот, поэтому вот эти всякие нюансы, что вот нет, мы там не можем вам там предоставить данное место, ну и вот идут они там всегда на ущемление максимально свобод граждан, когда их не устраивает это, когда их устраивает, они могут за один день митинги делать. Я всегда удивлялся, как Единая Россия умудряется после каких-то там событий международных на следующий день проводить важные, мощные митинги, которые, по идее, требуют 2-недельные, то есть, заявки. Ну, когда надо, то можно. А когда это какие-то граждане, которые недовольны чем-то там, тем же у них огороды отнимают, или гаражи сносят, или дома там не расселяют, то все, сразу нельзя уже, что вы. Ни-ни. Двойные стандарты. Все для людей. Список этих людей прилагается.